Как всегда, по средам вас приветствует посредник. Я Павел Гайд. В этом выпуске много нового. Релакс-видео, серия новых видеороликов для отдыха. Советы посредника, гайд про YouTube, как раскрутить видеоканал, мелодия для песни и кое-что еще. На этой неделе завершается осень, и многие из нас уже почувствовали на себе прелести зимы. Кое-где похолодало, а кое-где уже выпал первый снег. Похоже, зима будет прохладной, а это значит, что мы больше времени будем проводить дома, в уюте квартир. Специально для этого мною запущена новая серия видеороликов, в которых я постараюсь создавать хорошее настроение для отдыха и проведения романтического времени, созерцание нашего прекрасного мира и всех его стихий. Огня, воды, земли и ветра. Сейчас я покажу вам небольшой фрагмент этого видеоролика, который сейчас вы видите на мониторе. А сразу же после программы «Посредник» вы сможете посмотреть это видео целиком. Ссылку вы найдете в описании этого видео. Насладитесь умиротворяющей музыкой и согревающей огнем атмосферой у камина. Thank you.
Буду рад вашим визитам на канал, комментариям и поддержке моего начинания. Как раскрутить свой видеоканал? Многие задаются этим вопросом, но не все знают, как это сделать и с чего начать. Я уже давно веду свои видеоканалы. Их у меня 3, но первые 2 по определенным причинам сейчас просто находятся в свободном плавании. А вот на этом, на котором вы и смотрите сейчас актуальное видео, я собираюсь провести видеоэксперимент. Бескрайний мир интернета пестрит множеством советов и рекомендаций, как добиться успеха и продвинуть свой видеоканал. Я решил провести собственное расследование, чтобы проверить на моем YouTube-канале, как же работают подсказки успешных блогеров и службы поддержки самого YouTube. Помогают ли они на самом деле? А также я буду делиться моим скромным опытом по продвижению видеоканала и созданию интересных видеороликов. А вас, дорогие зрители и подписчики, я приглашаю принять самое активное участие в этом эксперименте.
И если вам нравятся мои программы, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой видеоканал и будьте в курсе всех видео новинок. А также пользуйтесь моими советами и успешно продвигайте ваши видеоканалы. Сегодня я только коротко дам вам некоторые советы, а в дальнейшем я буду создавать специальный гайд на каждую интересную тему по продвижению видео. Итак, смотрим, что же советуют своим подписчикам и потребителям успешные видеоблогеры и сам YouTube. Для начала нужен хороший контент, то есть интересные видеоролики. Поэтому тщательно продумывайте все, что вы хотите опубликовать на видеоканале. Песни, блоги и тому подобное. Как и из чего вы будете делать ваши ролики? Видеокамера, смартфон, микрофон, свет, видеопрограмма, бесплатный контент и так далее. Чем лучше будет ваша подготовка, тем интереснее будут получаться ваши видеоролики. Например, вы хотите записать песню или видеоконцерт. Обязательно позаботьтесь о тихом интерьере и подходящем заднике, если вы снимаете в помещении, а также о правильном освещении и микрофоне. Не всегда получается качественно снять видео и аудио одним смартфоном. Поэтому для записи без усилителя звука используйте дополнительное устройство или микрофон, чтобы потом обработать и совместить записи в видеопрограмме. А для того, чтобы ваше видео было замечено, нужно сделать привлекательную картинку, то есть обложку или превью для видео. Картинку лучше всего подготовить в специальной фото- и графической программе. Я лично делаю все мои графические работы в программе Photoshop. Так что, имея качественный видеоролик и привлекательное превью, вы уже имеете залог на успех. О том, что еще нужно для успешного развития и продвижения видеоканала, я буду вам рассказывать в следующих специальных выпусках. Я знаю, что вы всегда ждете новых песен, но, как вы сами понимаете, это дело творческое. Оно требует особого вдохновения и определенного времени. Именно поэтому я и призываю поэтов-песенников к сотрудничеству. Множество интересных мелодий ждут своего звездного песенного часа, когда к ним появятся достойные слова. Некоторые я уже опубликовал на моем сайте. Там же и пожелания к ним. Буду рад вашим откликам, поэты. Надеюсь, что вы вскоре услышите новые песни, рожденные в соавторстве с поэтами-единомышленниками. Вечера закат, зажгу свечу, налью вина в бокал и вспомню вновь под музыку огня, как ты, не зная, что творишь сама, играючи свела меня.
язык огня зачарует вновь меня, и стекла слезами белая свеча. Музыка огня мне напомнила тебя, сердце наполняет огня. Зачарует вновь меня, и стекла слезами белая свеча. Музыка огня мне напомнила тебя, сердце наполняет печаль. Музыка огня моя программа заканчивается. Я приглашаю вас сразу же посмотреть видео, в котором вы сможете насладиться умиротворяющей музыкой и согревающей огнем атмосферой у камина. Мы не прощаемся надолго и через неделю увидимся с вами вновь. Всего вам доброго и до скорых встреч. Ваш Павел Гайд.